Прямо не верится. Я на свободе. С тобой. В Италии, а? Да, мне тоже. Если б только над нами не висела эта проблема. Да. Когда нет проблем, тут еще приятней. О, а ты что здесь, не в первый раз? Нет, ну, в третий. Бывал тут по делам. С Салливаном? Ну, да. Ясно. На мост не залезешь. Эй, вон там внизу балка. Веревку зацепишь? А ты сомневаешься? Смотри. Ну, смотрю. Я промазал. Дело в движении кистью. Дай взгляну. Видишь? Да, неплохо. Для второй попытки. Ну, вперед. Видел? О, да ты профи. Теперь ты. И куда теперь? О, можно зацепиться вон за ту балку. Определенно. Поменяемся местами. Лезь через меня. Я держусь. Ладно. Поехали. С первой попытки. Ладно, ладно, не задавайся. Есть. Давай, Нейт. Ты можешь спуститься и перебраться сюда. Я сейчас. Есть.
È sopravvissuto. Cadì. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ah, bene lì sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vince. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Всё, порядок. Ох, ни хрена себе. Ты видал, какая пушка у этого наемника? А мы с голыми руками. Пушки нам не понадобятся. Все пройдет гладко. Хорошо, если так. Столько лет в тюрьме. Больше всего скучаешь по мелочам. Каким? По запаху лимонов. По мотоциклам. Мелочи, но они накапливаются. Вот наше окно. Почти у цели. Выдержит. Все, спускайся. Раньше прыгать было не так больно. Да уж, я-то знаю. А эти твои другие находки? Ну, те, что без меня. Хоть фотографии есть? Если бы. Елена снимала, но камера накрылась. Очень жаль. Рисунки остались. Дома потом покажу. Рисунки? На холодильнике, что ли? Нет, они хорошие. А, супер. Не вижу ни одной зацепки. Вот тут нормально. Ты хотел сказать опасно.
Черт! Ты живой там? Да, порядок. Плохо будет, если промажешь. Это да. Но я не промажу. Спасибо. Нейт? Нейт? Что? Да. Так. Все нормально? Да. Ну как? На все 400 миллионов. Пошли. Ладно, иди первым. Салли. Знаете, чем хороши вечеринки у наших коллег? Чем же? Курить можно где душа угодно. Давно не виделись. Это уж точно. А вот и мой погибший братец. Виктор? Чтоб я сдох. 15 лет. Ага. Рад, что ты жив. Угу. И чтобы он остался жив, нам нужен этот крест. Ну, тут есть нюанс. Что? Какой нюанс? Идем, сейчас покажу. Вот, смотри. Это крест Эвери? Да, буквально только что принесли из хранилища. Они поменяли порядок. Для этого кое-кому хорошо дали на лапу. И сколько времени до начала торгов? Ну, минут 10-15. Но нам же надо его стащить. Есть небольшая проблема. 500 с лишним душ свидетелей. Ладно, ладно. Нам просто нужна диверсия. Какая? Ну, я не знаю. Надо что-то придумать. Охрана увидит, что мы подбираемся к кресту. А если не увидит? Ну, ей-богу, вы прям как в тюрьме не сидели. Если хочешь что-то обтяпать, жди, когда выключит свет. Да. Ты знаешь, где у них тут рубильник? Тут вентиляция, электричество. Ага, вот он. Надо залезть туда, вырубить свет. И стащить крест. Они включат резервный генератор. У нас будет всего несколько секунд темноты. Кто-то должен стоять и ждать момент прямо рядом с крестом. Не выйдет, мы так близко не подберемся, нас заметят. Скузати, сеньоре. Антипасти? Нет, спасибо. Привет. Как дела? Чао. Думай о деле. А официанта не заметит? Неплохая мысль. Угу. Это сработает. Так, значит, я иду к рубильнику и выключаю свет. А я официант. Ты крутой карманник. Да. Ты спускайся туда и проследи там за всем. Если увидишь что-нибудь нехорошее, сообщай. Ну, хорошо. Ладно, шансы еще есть. Готовы? Готовы. Так, пошли за мной. Через подвал срежем. А ты неплохо сохранился, Виктор. Спасибо. Все из-за Мегаса. Простите. Да брось ты. Нет, конечно. Тут ты за мной. Что ты делаешь?
Продумываю запасные пути к отступлению. На всякий случай. Расслабься. Бывали задачки посложнее. Да, я знаю. Просто страшно представить, что с нами сделают, если поймают. Сэм, если вдруг что, нас убьют раньше, чем поймают. Ты умеешь утешить. Ага. Подвал в той стороне. Пошли. Крутое местечко. Конечно, эзотская европейская техно. Иди спать. Это здесь. Так, поехали. Заперто. Только что открыто было. Ну что, вскрываем замок? Нет, он электронный. Ну, ищем другой путь. Видел? Карточка в левом заднем кармане. Ага. Сейчас. Стоп, стоп. Ты в этом уверен? Все-таки полно народу. Уж справлюсь по старой памяти. Ладно. Ну, здорово. Да я и не пытался. Заметно.
сомневался. Люблю смотреть, как работает профиль. Так. Ладно, была не была. Это нам понадобится. Хорошо. Удачи. Будем на связи. Руки вверх. Привет, Виктор. Привет, Надин. Приятная встреча. Только теперь я застала тебя врасплох. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь. Иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Как же приятно, наконец, поговорить с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии к моим родителям. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да, виски со льдом. Хорошо. Нейт, ты это слышал? Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Да, причем не кто-нибудь, а Надин Росс. Надин Росс? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. А, ну да. У вас была стычка? Мягко говоря, да. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Все, я готов. Хорошо. Салли, мы готовы. Ты там осторожнее, ладно? Попробую. Готов? Да, пошли. Нужно выяснить, где тусуются официанты. Давай выманим одного из кухни. Ну, пошли искать кухню. О, да тут еды на целую деревню хватит. А свадьбы тут проводят? Ну да, тут полный сервис. Свадьбы, бар-мицвы, подпольные аукционы. А диджей у них есть? А это еще что? В схеме тут решетки нет. Заперто, конечно. Ладно, план Б. Заперто, я же говорил. Доверяй, но проверяй. Би. Заперто. Ага. Вентиляция. Нейт, подойди-ка.
Да будет свет. Беда тут с электричеством. А фонарь ты, конечно, подойдет. А хорошая мысль всегда брать с собой курильщика. Если бегать не надо. Ух ты, я тут скоро окосею от винных паров. Счастье за рулем, Салли. Может, вход в вентиляцию за бочками? Тут много редкого вина. Может, с Алькасаром вином рассчитаемся? Боюсь, он вежливо откажется. Тупик. А это ничего, что Виктор болтает с Надин? У ее людей жуткая репутация. А Салли, не беспокойся. Он из любой ситуации выкрутится. Сюда. Смотри, вентиляция. Это наш выход. Ну да, я сам. Помощь? Какая помощь? Я держу зажигалку. Ну, здорово. Давай наверх. Ага, есть. Тут уже, чем я думал. И много пыли. Тихо. Черт. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Ah, quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Portali. Sciacqua tu dei piatti. Sai che questa gente non piace aspettare. Questa gente meriterebbe un caso. Questa gente potrebbe farci ammazzare. Prendi una bottiglia da 3 euro. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Вот и свежий воздух. Ah.
Посмотри. Видишь здание с радиовышкой? С сотовой вышкой. Чего? Да неважно. Рубильник там. Да, ты прав. Как бы туда пробраться? Сэм, сюда! Я подсажу. Хорошо. Так. А ты в хорошей форме. Вот. Салли, мы прошли винный погреб, идем к рубильнику. Как там дела? Салли, слышишь? Может, сигнал слабый. Надеюсь, у него все в порядке. Бинго, нашел кухню. Ну, конечно. Тут заперто. Смотри-ка, лестница. Нужно влезть в окно и спуститься в кухню. Хорошая мысль. Я тебя подсажу, а ты залезай. Ну как? Buonasera. Ma che sta facendo? Полегче с гражданскими. Что? Ну, проснется с больной башкой в одних трусах. С кем из нас не бывало? Ну да. Ну, теперь и ты. Добудь костюмчик. Ладно. Ладно, иду к генератору. Сэм, ну как? Хорошо, но штаны немного тесноваты. Ничего, так нынче носят. Ну, в Риме поступай как римлянин. А, потому что мы в Италии. Смешно. Я возвращаюсь обратно в зале. Сэм, слышишь? Сэм? Салли? Супер. Если слышите, я иду к генератору. Буду скоро. Вроде. О, черт! И вам это сошло с рук? О, нет, не сошло. Все участники сели на губу на целый месяц. А что с лошадью? К счастью, на борту был запас морковки. Кто-то знакомый? Нет, просто показалось. А когда ты познакомишь меня с партнером? Как его? Дрейк? Ну, он бывший партнер. Я уже давно работаю в одиночку. Дрейк отошел.
О, то есть в мир иной? Да нет, просто отдел. Вроде как остепенился, семью завел. Ну, то есть все равно, что умер, правда? Виктор Салливан, как дела? Рэйф. Давно мы не виделись. Лет 10-12. 15. С ума сойти. Столько лет прошло, а мы все там же гоняемся за барахлишком всяких мертвецов. Да ладно. У тебя же вроде отцовская компания. Уже моя компания. То работа, а это хобби. Неплохая у тебя работа. Ты наверняка можешь купить все, что тут сегодня выставлено. Конечно. Но какой в этом интерес? Меня интересует только нечто редкое, уникальное. Может, ты посоветуешь мне, что выбрать? Чтобы он увел у меня все из-под носа. Но если между нами, я заметил, что порядок лотов сменили. В общем, чую я, что кто-то что-то мутит. Не забывайте, где мы. Здесь все живут мутными делишками. Вот именно поэтому так нужен кто-то, кто тебя прикроет. Ну, не хочется тебя расстраивать, но ты работаешь на американца. Вместе. Мы работаем с ним вместе. Вот как? Ну что ж, вы друг друга стоите. Через минуту мы начнем торги по следующему лоту. Инкрустированное распятие из поместья Трот. В общем, не буду вам мешать. Приятного вечера, ребята. А ну стой, Салли. Как ты об этом узнал? Это? Может, объяснишь, о чем ты? Надин, боюсь, последний коктейль был для него лишним. А ну-ка повежливей, старик. Уж не знаю, как ты сюда пролез. Но если ты только попытаешься купить крест Эвери, то этот зал ты покинешь вперед Рейф. Ногами. Ну, ты ведь меня понял. Рад был вас видеть. Нейт. Нейт. Да что в тебя, куда ты пропал? Так, рубильник, я справлюсь. Да. Лучше б я вызвался в официанты. Ecco fatto. Oh,
Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo. Pronto? Вот так. Так. Где этот чертов рубильник? Вот зараза. Сэм, Салли, слышите? Да это где тебя черти носят? Я дошел. Не без проблем, но дошел. Короче, вырубить свет сейчас самое время. Минуту, еще бы добраться до рубильника. Нет у нас минуты. Рейв сейчас купит ваш крест. Что? Рейв? Рейв здесь? Да, Рейв здесь, и пока предлагает самую высокую ставку. Ну, так перебей. Да? Чем? У меня нет таких денег. Салли, мы его крадем. Забыл? Давай. А вдруг он почует блеф? Спасибо. Не почует. 90 тысяч. Будут другие ставки? Если мы сейчас упустим крест, я считай покойник. Да? А если я выиграю лот, мы все покойники. Салли, мне просто нужно время. Поскольку ставок больше нет. Верь мне. 90 раз. 92. А черт с ним. Бене, новая ставка 100 тысяч евро. Грация. Господа, будут еще ставки? Итак, новая ставка 110 тысяч евро. Ну, терять-то уже нечего. Новая ставка... Спокойно. Скоро все закончится. Да уж, надеюсь. Так, нужно разбить замок. Цена достигла 130 тысяч. Ставка 140 тысяч евро. С вашей ставкой, сеньор, цена возрастает до 150 тысяч. Ничего. Черт. Последняя ставка составляет 160 тысяч евро. Давай. Братец, я начинаю нервничать. Да подожди. Сеньор ставит 170 тысяч евро. Текущая ставка 180 тысяч евро. Цена достигла 190 тысяч евро. Ну и ну, цена возрастает до 200 тысяч евро. Есть ставка 210 тысяч. Все, я у рубильника. Готовы? Я-то всегда готов. Виктор? Одну секунду. Ставка сеньора 220 тысяч евро. 500 тысяч евро. Пора уже с этим завязывать. Грации. Новая ставка 500 тысяч евро. Джентльмен, желает продолжить? А я уж думал, придется тебя убить. Даже занервничал. Ну ладно, теперь устроим этому хлыщу. Еще ставки? 500 тысяч раз. 500 тысяч два. И распятие продано за 500 тысяч... Дамы и господа, сохраняйте спокойствие. Сейчас включится резервный генератор. Украли! Пропустите, с дороги! Держи его! Эй, остановите его! Фермо! Что вы делаете? Он же уйдет! Вы говорите по... Спарище. Ладно. Сэм, крест у тебя? Святой Дисмос тут. Хочешь поболтать? Мы разбудили осиное гнездо. Зал заперт, охранники бегают. Виктор, где наша тачка? На дороге перед входом. Иди на свет фар. Я подгоню машину.
Черт! Vivo ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. Un attimo. Aspetta. Falso allarme. Spokojna. Un attimo. Si è mosso qualcosa lì. Cos'è stato? C'è niente laggiù. Niente, tutto a posto. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Зря мы не взяли пушки. Наверху выгодная позиция. Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di più. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Я иду. Сейчас заберусь только повыше. Ладно, до скорого. Да. Да.
Вот бальный зал. А там и дорога. Лицо меня никто не разглядел. Я сейчас просто спокойно выйду, и все. А знаешь, тебе ведь сюда нельзя. А вам тоже. Давайте так, не будем никому рассказывать. Мне от тебя кое-что нужно, и ты мне это дашь. Правда? Что ж, я польщен, но, увы, мое сердце занято. Прошу простить. Давай-ка без этих шуточек. Где распятие? Дамочка... Повезло вам, что я джентльмен. А не то бы я вам... Ты бы что? Ладно, ладно. Имейте в виду, вы меня вынудили. Хватит болтать. Ну, Натан Дрейк? Ты себя выдаешь. Не вышло. Я тебе поддам. Этот. Иди сюда. Отдавай мне артефакт. Кстати, все здешние артефакты крадены. Им место в музее. Слушайте, я ж только с самолета. Может, ничего? Тебе хватит? Или будешь продолжать умничать? Вы крушите очень дорогую собственность. Нас за такое отсюда могут и попросить. Так, стоп, стоп. В заднем кармане. Где оно? Вот здесь. Твою на один раз. Такая душка? Да, тут полный хаос. Они пытаются удержать ситуацию под контролем, но все психуют. Не хочу тебя торопить, но давай бегом. Эй, ты где там? Хороший вопрос. А ты? Я у зала. Ориентируйся на такой круглый знак. Ага, круглый знак. Кстати, я раздобыл пушку. До встречи.
спасать меня да questa parte. Отсюда к тебе не попасть. Спуститься можешь? Да, вроде да. Ладно, встретимся у дороги. Иди к бальному залу. Хорошо, я понял. Я тут застрял, идеи есть? Скорее всего, через зал. Ты говорил, он запер. Теперь они знают, что это вы, и всех вывели. Значит, зал. Ты понял, Нейт? Да, понял.